В Омске состоялась церемония открытия 7-го международного турнира детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпромнефти». В торжественной церемонии открытия принял участие председатель оргкомитета турнира, член правления «Газпромнефти» Александр Дыбаль. Он подчеркнул, что качество организации на уровне взрослых турниров и высокий зрительский интерес стали залогом того, что за 7 лет проведения игр «Кубок Газпромнефти» стал крупнейшим в России и Европе детским хоккейным соревнованием. Рассматривая «Кубок» в качестве одного из приоритетных социальных проектов «Газпромнефти», в компании намерены со следующего года увеличить количество команд-участниц до 24, что, скорее всего, потребует проведения Кубка Газпромнефти в двух городах с суперфиналом 4.